Всем привет, друзья! С вами Купрум. И это у нас рубрика «Как оно первый раз?». Сегодня мы будем с вами играть уже за нового персонажа. Ну, за которого еще не играли на этом маке. В моем основном. Вот, у нас всего 5 персонажей предстоит еще сыграть. Вот, пришло время, в общем, к вальту. Но перед началом мы должны кое-что сделать. Перейти в эту вкладочку. А ну, что будет, если нажать на скин? А не, ладно, я это оставлю потом на отдельное видео. Ну, в общем, давайте заберем с вами паладинчика. С ним-то будет нам веселей. Бо с обычным скином неинтересно играть. То как-то все так по дефолту. Ничего интересного. Что у нас тут за карты есть? Гемы. Ну, пойдет карта. Мне пойдет. Для нулевых кубков и так сойдет. Кстати, здесь вольт будет нормально. Ну, учитывая то, что у меня он с гаджетом. И тут такие стеночки, то как раз. Так, давайте побыстрее его раскачаем, чтобы самое веселье началось. Так, у нас уже второй уровень. Хорошо. Опа. Тут надо быть осторожней. Слишком не расслабляться. Не хочу, чтобы меня убили. А где Шелли? Так, давайте подойдем, прыгнем и убьем. Понятно, что на таких кубках все довольно просто. Но все равно же интересно на фуловом персе сыграть. Ох, четвертый левел вообще супер себя показывает. Урон бешеный. Да ну вы реально. Так, ладно, все равно ведем. Опа. Вау, классный телепорт. Первый раз им пользуюсь. Серьезно. На прощание эмодзи. Все, переходим в следующую карточку быстренько. Дальше у нас футбольца. И постараемся вольта апнуть на 500 кубков. Уже после этого видео. За день, наверное, это выйдет. О, что я натворил? Скажите мне. Yes, щимим. Бегим, бегим, бегим. И забиваем гол. Супер. Идем дальше. Пару тычечек. Прыгаем. А, ладно, никого не расщемил. Фух, меня телепорт спас. Это хорошо, что мы живем. И тут меня убила Джесси. Ладно, немного заигрался. Но сейчас Брок забьет, да? Ну ничего. Отыграемся, не проблема. Так, давай, Лу, забей. Ага, ну тут ты не забил. Все, гол. Есть. В минуту 24 вложились. Пойдет. Можно было побыстрее. Так, осада. Давайте здесь сыграем. Чего бояться? Единственное, получается, мы не сыграем в Баунти и в Хейсте. Вообще, Вольт, как я понимаю, тащит в основном Брол Боли.
играбелен. В гемах, не знаю, используется он или нет, но в хесте, там, в ход-зоне, да даже, наверное, и в осаде он как бы не востребователен. О, розу убили. Я, кстати, забыл, что у нас же тут суть этот болтики забирать. А я тут просто этот сражаюсь, этот бью противников все, не напрягаюсь. Надо болтиков собрать. Можно больше. Вот тут, в отличие от Brawl Ball, за Вольта повеселее играть. Тут типа гемов или осады. Потому что в футболе ж после гола уровни у Вольта сбрасываются. А тут ты набрал 4 уровень и все, живешь себе, всех убиваешь. Вот, иногда используешь для защиты, ну и добивания ульту. И в целом хорошо. Опа, 15 уровень робота. Так, сопровождаем его. Ой, что-то по мне атакует. Неправильно. Идем дальше. Давайте подойдем, прыгнем сюда. Ну и все, этот робот добивай, да? Нет? С 1% они выжили? Я этого не допущу так. Сейчас. О, думал на телепорте подлететь, но кто-то добил, видимо. Отлично. Идем дальше. Что у нас теперь? Так, тут еще есть. Ой, какая убогая карта. Не, я такое играть точно не буду. Конкурсная карта. Вообще, эти все конкурсные карты такие рандомные, что лучше в них не играть. Редко что-то стоящее бывает. Так, я как-то слабо отыгрываю. Давайте сразу уровень поднимем. Я вот не помню, что дает второй уровень. А, третий по... Топ, а третий скорость дает или удлинение атаки? Хм, интересно. Вот, конечно, в ход-зоне, да, наверное, прикольно было бы за Вольта играть, потому что тут, особенно вот на подобной карте этот, где три точки, типа, ты тут стоишь, побыл этот, тпхнулся этот. Ну, всего три заряда, надолго этого не хватит. Ну, чтобы сбежать как раз в самый раз. Ой, меня убили. Ну, отыграемся. А у меня какой вообще получается... Ой, какой? Какая пассивка у меня используется? Я этого и не знаю. По-моему, которая сохраняет прокачку. Уровень. И мы победили. Есть. На таких кубках с фуловым персом вообще недопустимо проигрывать. Поэтому только к победам. Дальше у нас осталась каточка в соло ШД. И можно заканчивать. ШД у нас напоследок остается. Люди, конечно, странные на таких кубках. Ящик уничтожить и оставить банку. Крутая затея. Вот это я зря так делаю, потому что... Кто его знает, может быть, ему и хватило бы урона меня добить. В следующий раз такого не допускайте. Ух ты.
Живи, живи, Воль, давай, ты мне еще нужен. Ого! Ладно, надо было подхилиться, я понял. О, как раз. Здорово. Ровно 40 кубков. Все по красоте. Следующее, не знаю, какое у нас будет, как оно первый раз, возможно, на колет. А в общем, мы сделаем опросик в Инстаграме, как я это сделал с Вольтом. Ну, так что всем советую подписаться на мою инсту и смотреть мои сторис. Бо там бывает важная инфа. Ну, а всем спасибо за просмотр. С вами был Купрум. Всем удачи и пока. Хороших каточек. Пока-пока.